Всем привет! С вами Антон Печеров, и сегодня у нас тут такое интересное занятие. Значит, если вы читали БЖ «Волги» моей, то в курсе, что я сейчас занимаюсь печкой. И одни из проблем – то, что радиатор тек как и не знаю что. Поэтому решил проверить радиатор другой, перед установкой. Что нам понадобится? Сам радиатор, патрубок рыбу-спайроли заглушки, и сосок шинный, и компрессор. Вот, накачиваем давление. Это манометр показывает 3 атмосферы, там реально где-то около 2 с небольшим реально атмосфер. Вот, накачали давление и смотрим в воде, есть пузырьки или нет. Как мы видим, пузырьков нет, значит радиатор давление держит. Такая простая проверка, которая занимает буквально 10 минут, но позволяет избавиться от необходимости каких-либо дополнительных телодвижений, когда уже все установлено на автомобиль. Все, всем спасибо, пока.